теперь, друзья, Георгий Чевчан собственной персоной. Это один из хедлайнеров квалификационной группы А. Слушай, как тебе? Сразу после Нового года встречаемся на РДС, так еще и зимой. Еще и в Лужниках. Еще и в Лужниках. Вот моя ласточка, троечка моя любимая. Практически стандартная по кузову. Вот, в ней стоит 16-клапанный мотор с дросселями. Сплочковая коробка и гирсет. Что, мы посмотрели брифинг. Сейчас все выезжают на квалификацию. Мы уже потренировались, вроде все едется. Мне даже похвалил судья один. Будем надеяться, что квалу пройдем. Любой гоночный проект начинается с доработки кузова. А на нашем 400Z практически все доработки мы уже выполнили. Отдельное внимание стоит уделить каркасу. Он у нас необычный, он выполнен из хромолибденовой трубы диаметром 38 мм. Каркас на 33% легче и прочнее.